Между тем, первая продукция новых совместных предприятий Казахстана и Китая уже начала поступать на рынки. Укреплению регионального сотрудничества способствует благоприятный инвестиционный климат нашей страны, так считает глава представительства провинции Шэньси в Казахстане. Пример тому – цементный завод, который уже начал отгрузку товара. Отмечу, что грузооборот между двумя странами увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас же обе стороны разрабатывают проекты в пищевой промышленности. Потенциал Казахстана в агропромышленном секторе огромен. Сейчас мы находимся на втором этапе строительства теплиц в Казахстанском сельскохозяйственном парке. Предположительно, проект будет введен в эксплуатацию уже в следующем году. Это свидетельствует о том, что Казахстан и Китай активизировали свои межрегиональные связи. Хочу поздравить казахстанцев с 26-й годовщиной независимости. Я рад, что у нас в Казахстане есть коллеги и друзья.